Мы вновь в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта, и сейчас мы идем в парикмахерскую мастерскую этого лицея, чтобы посмотреть, чем занимаются наши девушки. А здесь у нас Елена Лепезина. Елена уже занимается давно, я так понимаю, вообще ни одного занятия не пропустила. А это Даша, ее дочь, тоже модель. Даша, расскажите, что вы сейчас чувствуете? Волнуетесь ли, что вам волосы испортят? Очень волнуюсь. Что у вас будет? Укладка, наверное. Угу. Что все-таки будет у дочери? Ну, я рассчитываю, что мы сделаем ей какие-нибудь косы, научимся плести, и на Новый год в школу она придет красивая, самая красивая. А начинается девичья новогодняя красота с мытья головы, нанесения термозащиты и мусса. И тут и есть своя технология. В ладонь. Достаточно? Достаточно. Даже много. Поднимаем волосы и распределяем. Далее пряди распределяются по участкам или зонам. Сушка начинается с затылочной зоны. При этом важно не пересушить. Не пересушивать, но они не должны оставаться влажными. То есть вот это еще влажное. При сушке со шлифовкой фен важно направлять не на волосы, а параллельно прядям, на щетку. Каждая из зон отрабатывается отдельно, в строгой очередности. Чтобы волосы фронтально-теменной зоны не мешали, их убирают под зажим. Для человека неподготовленного довольно сложная операция, но только после нее можно приступить к следующему этапу. Будем выполнять укладку волос горячим способом, то есть будем накручивать волосы на щипцы разного диаметра по желанию клиента и в дальнейшем попытаемся выполнить прическу из кудрей. Перед началом горячей укладки волосы снова распределяются по зонам и убираются в зажимы. Горячую укладку всегда начинают с нижних прядей затылочной зоны. И тут у нас несколько вариантов работы. Вы посмотрите, что получается при работе с трапециевидной формой щипцов. Можно оставить, либо, как мы с вами делали, да, растягивать. Наверное, будет более эффектнее. Озорные кудри из-под трапециевидных щипцов в руках Елены Лепезиной выходили с удивительно высокой скоростью. Потому что опыт кручения кудрей есть же на себе, на самой. Другое дело, что такой плойкой работать не приходилось. И волосы мягкие у ребенка, да, делать в принципе такие прически сложно. Результат буквально ошеломил и маму Лену, и саму Дашу. Посмотрите на эти кудри и на то, какую прическу из них сделали. Глядя на подобное, не удивляешься, что парикмахеры, которые не ленятся, в месяц зарабатывают от 40 тысяч рублей. И это у нас в Алтайском крае. Обучение этой профессии доступно каждому. Впереди, у наших будущих парикмахеров, строгий экзамен, и мы не сомневаемся, что с этим испытанием они справятся.